Здравствуйте! Сегодняшний герой нашего видеоролика Kia Ceed с небольшим пробегом 2014 года. Автомобиль привезли с просьбой удалить нейтрализатор, он же катализатор, вварить пламя-гаситель, после чего машина отправляется на чип-тюнинг. Производитель дает очень маленькую гарантию на катализатор, что по большому счету вообще делает бессмысленным эту гарантию на двигатель. У нас уже было на ремонте несколько машин, именно Kia Ceed вот этих годов, у которых разваливался каталик, после чего частицами керамики, которые втягивало в цилиндры, цилиндры задирались, начинался стук двигателя, мы гильзовали блоки. Эти видео есть в нашей ленте на канале. Сегодняшний владелец решил подстраховаться и удалить катализатор, заранее не дожидаясь фатальных последствий для двигателя. Пробег по одометру 35 тысяч километров. Под капотом двигатель объемом 1.6, маркировка G4FG, мощностью 129 лошадиных сил с двумя фазовращателями. Видео по ремонту данных двигателей у нас также имеются на нашем видеоканале. Сейчас нам нужно демонтировать выпускной кат-коллектор. Кат-коллектор снимается через верх. Пока я был в отъезде, напарник снял узел и, еще не разрезая, выслал мне в WhatsApp фотографию, где четко была видна крошка, которая высыпается из сот керамики. Машина абсолютно реальная, пробег реальный, владелец один покупал новую. На новом автомобиле с пробегом около 30 тысяч катализатор уже разрушается. Посмотрите, вот здесь забитые участки, вот это все, это уже разрушение. Крайне хрупкий и ненадежный узел. Выбивается очень легко, соты крайне хрупкие, в отличие от тех же вазиков. Ни в коем случае не выбивайте и не позволяйте в сервисах выбивать керамику без снятия кат-коллектора. У нас уже приезжали автомобили после таких деятелей. Пыли и керамической крошки образуется очень много, она попадает в цилиндры. Соответственно, это все потом, цилиндры задираются. Поэтому только снимать и только делать все не на машине. Вот только тогда будет все ходить. Берем вставку пламя-гаситель производства фирмы CBD или CBD. Размеры у нее 100 на 100. Вот артикул. Вот так она выглядит. Приемная площадка под поток газов. Вот здесь подвариваем, усиливаем трубу, чтобы она не бренчала. Здесь уже сварка присутствует. В интернете можно увидеть ролики, как вставку вставляют вот сюда, в эту половинку. Там вставляется вставка в стакан и заполняется сварочным швом вот это расстояние. Мне такой вариант не нравится. Посмотрите, насколько перекрывается отверстие выходное. Здесь тоже не оптимально все это получается. В предыдущих видео я показывал мой вариант. Вот эту вставочку я вставляю вплотную вот сюда. Благо здесь практически по центру идет вход. Как раз по приемному стаканчику, по приемному блюдцу. И сваркой заполняю весь промежуток. После чего отрезанный стакан по меткам пристыковывается к коллектору и обваривается швом. В варианте, когда обваривается по пауку пламя-гаситель, немножко больше работы. Мне приходится болгаркой зачищать край шва, чтобы ответная часть, вот этот стаканчик, сел на место правильно. Я усилил трубу, обварил, и посмотрите, у меня здесь вот небольшая получается полость, и выход газов относительно хорошо состыковывается с приемным стаканчиком в пламя-гасителе.
После обработки сварочного шва стакан садится отлично. Вот у меня здесь пометочки сделаны. Все, щель минимальная. Прихватками обвариваю, потом сплошным швом завариваю. И здесь получается нормуль в плане газодинамики. Это лучше, чем вплотную пламегаситель вот к этой части пристыковать. Кат-коллектор заварен. Перед сборкой смазываем все резьбовые части, болты, датчик медной пастой, собираем щитки и устанавливаем на автомобиль. Кат-коллектор устанавливается через верх, ничего сложного в этом нет. На YouTube полно видео на эту тему, можно найти. Работа тоже, в общем-то, недолгая. Стоимость пламегасителя здесь у нас продают за 1400, в интернет-магазине можно заказать рублей за 900. Данный клиент заказал его заранее. Работа по установке и сварке 3000 рублей и плюс чип-тюнинг. Этим клиент займется уже на днях. Вот еще один СИД, ориентировочно тех же годов, 2014 года, пробег около 50 тысяч километров. Мы также сняли кат-коллектор по просьбе клиента. Разрезали. И посмотрите, что творится с керамикой. Керамика разваливается. Пробег опять всего ничего. Вот вам качество современных катализаторов компании Kia и Hyundai. Керамика очень хрупкая и слабая. Обратите внимание на красноту внутри. Это оксиды железа, так называемый ферроцен, присадка к бензину, которая убивает свечи, убивает катализатор. Вот такой бензин льют в городе Альметьевск, откуда и приехал к нам автомобиль. Альметьевск, город нефтяников. И там занимается тем, что бодяжит бензин. Пути ремонта, в общем-то, стандарты. Установка пламегасителя вот сюда, обварка и установка на место заводского стаканчика. В качестве элемента пламегасителя можно использовать элемент либо 100 на 100, либо 120 на 100. Диаметр сотка, длина от 100 до 120. Со 120 элементом пустое пространство здесь получается меньше. Но я вам так скажу, что и с элементом 100 на 100 мы делали несколько машин. Никаких звуков, звонов, ничего там не было. И катались, и в том числе и мы сами, и с клиентами. Все работало отлично. Сейчас мне, по сути, остается только обварить этот стаканчик. Сделано вот так. Приходится мне зачищать наружную часть шва, чтобы у меня зазор был минимальным вот здесь. Такой вариант лично мне нравится больше, чем вариант с вариванием пламегасителя именно в эту часть. Но это уже мои заморочки. Все, заварил кастрюлю. Не забываем подварить трубу внутри, чтобы она не вылезла и не звенела. Собираем все щитки и устанавливаем на машину. Скажу еще пару слов о керамике, которую использует компания Kia, она же Hyundai. Вот в этом пакете остатки катализатора от Kia Ceed 1.6. Я уже показывал, насколько он хрупкий, как он легко ломается, крошится, вот просто превращается в пыль легким нажатием пальца. Качество никакое керамики. Конечно, вы скажете, что, мол, керамика, она сама по себе хрупкая, да, все верно. Но вот в этом пакете находится содержимое катализатора Kia Rio 1.4 2009 года. Это такая угловатенькая Rio. Фотографию я вам прикреплю из интернета, вот видео сюда. И давайте посмотрим,
Чем же они отличаются? Как известно, на автомобилях тех годов, в общем-то, нет проблем с катализаторами. То есть машины проезжают по 200, по 300 и даже по 400 тысяч, ничего ни у кого не разваливалось, цилиндры не задирало. И проблема вот с этой керамикой, она, в общем-то, только на свежих машинах, на новых. Что же произошло? Тот мотор, он старый, там чугунный блок, заднее расположение впускного коллектора, а кат-коллектор находится спереди, где вентилятор радиатора охлаждения. Вот мы его тоже выбили, человек нас попросил удалить, машина уже была прошитая, выбивали через окошко вырезанное, потому что там так хитрая конструкция этого кат-коллектора, и он выбивался намного тяжелее, то есть он очень жесткий, твердый, намного тверже, чем вот эта мука. И давайте сравним такой момент. Вот посмотрите, собственно говоря, сами соты. Обратите внимание, насколько толстые вот эти ячейки, то есть стенки ячеек. Вот сейчас я поставлю здесь, и мы сравним. Возьмем содержимое вот современной Kia, и вот, пожалуйста, кусок старый. Посмотрите. Керамика толстенная, и здесь тоненькая-тоненькая стеночка, вот, очень хорошо видно. Ну и, конечно же, вопрос, вот посмотрите, как бумажечка, вот чуть надавил, и она сломалась. А попробуйте здесь сломать, вот я надавливаю, ничего не ломается, вот прям усилие намного больше, то есть он лучше. Качество-то было лучше, это вот на тему раньше и трава была зеленее, и все такое. Вот так вот компания. Дизайнеру надо платить, кто там у них с Volkswagen пришел. Зарплаты платятся, люди смотрят на дизайн, на салон. Никто не будет смотреть на содержимое катализатора. Сделали потоньше, сделали попроще. Ресурс упал во много-много раз. Ну и давайте вот еще проведем... Вот у меня здесь весы. Так. Коробочка практически ничего не весит. Ко мне свет надо. Подержи, пожалуйста, чтобы индикатор был виден. Ну да, коробочка практически ничего не весит. Берем содержимое современного катализатора Kia Ceed 2014 года. Аккуратно выбитое в пакет. И кладем на весы. 580 грамм. Теперь кладем содержимое катализатора Kia Rio 2009 года, двигатель 1.4, с неизвестным пробегом, с несколькими хозяевами. Кладем 775 грамм. Вот и все. Вот вам экономия на материале. Экономия на ресурсе. Так что владельцам современных Сидов, Рио и Солярисов я могу только посочувствовать. Ваши катализаторы уже на пробегах 20-30 тысяч начинают разрушаться. И мой совет только один. Удалять, перепрошивать, ставить пламя-гасители или паук. Кто-то может сказать, что мы тут что-то удалили из этого пакета там, или не весь материал высыпали. Вот у нас еще содержимое кат-коллектора Kia Ceed примерно тех же годов, 2014 года. То же самое, пробег порядка 50 тысяч. Чуть позже я покажу приборный щиток. Материал также начал разрушаться. Вот эта часть, которая... непосредственно контактирует с выхлопными газами начало. Почему-то он раскололся очень ровно посередине. Возможно, он уже был треснувший. То же самое. Берем содержимое этого пакета и на весы. 573 грамма. Машина стала современной. Соты стали тоньше. 200 грамм они сэкономили на керамике и получили... катализатор, который имеет срок службы, равный нулю. Установка кат-коллектора много времени не занимает.
Могу лишь сказать, что тем владельцам АИКСов 35-х или Спортейджей с моторами G4 КД у вас катализатор расположен в полу. И там такого разрушения и всасывания частиц керамики не наблюдается. Мы много раз и эндоскопом смотрели, и открывали фланцы катализатора. Такого разрушения там нет. Вот смотрите, кусок старого катализатора и кусок нового. Диаметр отверстия стал меньше. Скорее всего, это связано, может быть, даже и не с вопросом экономии, что они там решили сэкономить на керамике, а с вопросом экологии. Потому что нужно сделать канальчик меньше в диаметре, чтобы газы более там качественно, скажем так, доокислялись, доочищались. Но чтобы сохранить прежнюю пропускную способность вот этого элемента, нейтрализатора, им приходится делать стенку тоньше. Вот и все. А в старых моделях отверстие больше в диаметре, но и стенка толще. Вот такие вот мысли вслух. Пробег 59 тысяч. Вся работа у нас заняла 3 часа. По времени. За работу мы взяли 3000 рублей. Плюс стоимость пламя-гасителя. Под заказ он стоит в районе 900 рублей. На рынке 1400. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.